очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчеванскую автономную республику. Об этом сказала Тренд российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова. Мобилизация ресурсов для объединения своих территорий, укрепление связей между районами и расширение возможностей – это верное направление развития сильного государства, сказала Ниязова. По мнению эксперта, деоккупация территорий Азербайджана создает новые возможности для реализации разработанных заранее программ с привлечением накопленных ресурсов. Не теряя надежды на возвращение территорий, Азербайджан неустанно наращивал экономический и технический потенциал, который сейчас брошен на освоение земель, пришедших в упадок в результате оккупации, сказала она. По ее словам, также значима роль иностранных компаний, которые хотят сотрудничать с Азербайджаном, поскольку государству есть что им предложить.